Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 26 января. Мне получилось на рыбалку вырваться по оказе через один день. И попал я на свои кормленные лунки, те, что кормил 24 января. Сегодня я кормового мотыля не брал, так как у меня прицел на плотву. Ну, все равно прикормил я 4 лунки в русле. Вот. Тут хорошо отозвался подлещик. 5 штук я поймал. Так, кормил я. Вот уже что-то там шевелится. Наверное, слишком высоко, далеко от крючка под пасок. Этот самый груз. Не без паспаска. Ну. Так, кормил я. Лещ. Зимняя серия компании Фишингрой. И серия компании Фишингрой. Лещ мотыль. Вот так вот открывал кормушки. В метре от дна, чтобы не распугать рыбу. Один хороший подлещик попался. 5 штук я поймал. Сильно не упирался. 1 грамм 600, наверное. Мне что-то подлещика не сильно хочется ловить. Я прикормил на 5 метрах на плоту. Сейчас пойду на плоту, вот эту плунку. Дело в том, что у меня удочки позапутывались. И не стал я привязывать. Я готовил, думал, на выходных будет. Все говорили, что плохой клюв. Я готовил снасть, леска 0,1. Кивок. Уже опять там что-то лазит, что-то есть. Кивок, грузик и крючок. Этой снастью можно так же, как играть, поставить на стояк. На стояк хорошего подлещика поймал. Так же можно играть. Ну, только надо малейшее изменение в игре кивка. Сразу надо подсекать. Я и на игру 50 на 50. Наверное, на игру больше поймал. Вот для любителей крючка можно использовать такую снасть. Дело в том, что крючок у меня Овнер 16 номер. Он очень легенький. Рыба его берет очень смело. Вот. Неужели окунь? Да я ж мотыля не сыпал. Вот елки-палки. Берет очень смело, ну просто надо заметить, когда она крючок взяла. Мормышка-то сразу передает. Да сегодня еще и ветер очень сильный. Вот так вот. Мне уже его надоело, честно говоря, хочется плотвы. В прошлый раз я нашел плоту. Вот он. На опускании, видите? Опускаешь, он притормозился. Киву. И уже что-то есть. Наверное, подлещик. Вот он ходит, шляется, вот говорят, там тычки, шевеленки. Это подлещик шляется, он кормится, он об леску трется. И вот идут эти самые. Шевеленки. Эк, красавчик. Вот так вот. Вот. Я грузила 0,58, леска 0,1. Грузила через кемрик прижата, чтобы можно было двигать и не травмировать леску. Леска 0,1 я толстую поставил. Без разницы. Крючок так впивается хорошо, что с губы не вытащишь. Еще и окуня поймал первого. Может, еще, если надоест плотву ловить, может, еще придумал. Уже дело 11 часов. Что-то мне на леща надежды нету. Пойду ловить плотву. Динамичная ловля. Не стал я
Ага, и крючок поломал. Вот так вот, тоненький крючок. Ну все тогда. Крючок поломал, все. Подлещиков сейчас я соберу, покажу, сколько я поймал. За каких-то, ну, меньше часа. Ну, вот еще приду с мормышкой потом. Не знаю. Не хочу его ловить. Все, собираю. Крючок обломал с губы подлещика. Толще крючок, тяжелее, будет меньше поклевок. Надо тоненький, легенький крючок. Ну, и вытаскивать его надо аккуратно. Сейчас я покажу рыбу. Вот